Прыжок с третьего этажа не помог сбежать от полиции. На проспекте Ударников 35-летний петербуржец во время ссоры пошел с кулаками на отца. Когда пенсионер упал, несколько раз ударил ножом в грудь. Врачи скорой вызвали полицейских. Увидев стражи порядка, агрессор решил спасаться бегством. Вместе с полицией к прыгуну подбежали медики. Сейчас задержанный в больнице. Кроме переломов, у него отравление психотропами. Когда вылечится, поедет в изолятор. Его отец в реанимации.